Рынок труда. По оценке 2021 года численность трудовых ресурсов города Ачинска составит 68 тысяч человек. Из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте 59,8 тысяч человек, работающие пенсионеры и трудовые мигранты 8,2 тысяч человек. Заняты в экономике города Ачинска 43 тысячи человек, в основном в крупных и средних организациях. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города за 6 месяцев 2021 года составила 26,8 тысяч человек. В 2021 году уровень официально зарегистрированной безработицы продолжает снижаться и по состоянию на 1 октября 2021 года составил 0,5% от численности экономически активного населения. Численность безработных по состоянию на 1 октября 2021 года составила 292 человека. В целом на рынке труда города Ачинска по-прежнему наблюдается общая структурная диспропорция спроса и предложения, характерная для Красноярского края и Российской Федерации в целом. Несоответствие требований работодателей и имеющейся профессиональной квалификации граждан, нарастание дефицита квалифицированных кадров, в первую очередь рабочих и инженерных специальностей, естественное выбытие высококвалифицированного состава специалистов и рабочих пенсионного возраста, естественный отток граждан в трудоспособном возрасте, в том числе в возрасте от 20 до 35 лет из числа высококвалифицированных специалистов в крупные населенные пункты с более высоким уровнем жизни и привлекательными условиями трудовой деятельности. Значительный дефицит квалифицированных кадров отмечается по рабочим профессиям в строительной и производственной сферах.